Друзья, сегодня мы находимся на Малаховом кургане, легендарном очень месте, которое знают многие. Пройдемся, посмотрим, что же тут изменилось после реконструкции, как красиво все стало. И погуляем с нами. Прежде всего, в глаза очень бросаются ровненькие зелененькие газончики. А также отремонтированные тротуары. Появились вывески. Есть туалеты. Очень много лавочек комфортных. Детские площадки. Остались те же памятники, их привели в порядок, почистили, подремонтировали. Все деревья ухожены, некоторые ограждены, потому что имеют определенную ценность, высаживались какими-то деятелями, либо уцелели еще с времен Великой Отечественной войны, которые, в принципе, здесь с войны оставалось очень мало уцелевших деревьев, поэтому такие охраняются особо здесь. Вот и пушки, которые держали оборону в Крымской войне. Кто хочет более подробно окунуться в события тех времен, может посмотреть документальный, в принципе, художественный фильм, но основан на реальных исторических событиях. Это «Адмирал Нахимов». Вот там вот вы увидите и курган этот, и там рассказано о тех событиях, которые происходили на данном кургане. На Малаховом кургане появился вечный огонь. И перед музеем вот такая реконструкция. Раскопки под стеклом.
корабли на виду крепостей Равелина. В эту землю святую навеки легли Петр Кошка и Павел Нахимов. В каждом метре земли не измерить свинца, в каждом метре металла сто порций. Город помнит, исполнили долг до конца сыновья, моряки, черноморцы. Севастополь в этом слове, слава, гордость, глянь от вами, Севастополь. Это море, верность долгу и присяге. Панорама из крови Малахов курган, вечной славой истории дыша. Балаклава, Альма, фиолетовый герман, здесь могилы прохожие тише. Белый город у моря красив, как всегда, раз увидев, нельзя не влюбиться. Находясь вдалеке, ты захочешь сюда, Севастополь всегда будет сниться. Севастополь в этом слове, слава, гордость, дань отваге, Севастополь. Это море, верность долгу и присяге. Севастополь в этом слове, слава, гордость, дань отваге, Севастополь. Это море, верность долгу и присяге. Севастополь. Вид с Малахова кургана. Я попробую. Никогда хочешь на горке покататься? Нет, слава героев, летчиков, павшим за освобождение Крыма. Летчикам памятник. Ветер здесь с моря так дует. Как будто бы какой-то коридор открывается ветряной. Перед нами вид нескольких бухт сразу. Замечательная архитектура старого Севастополя. Даже лавочки сделали. Можно было любоваться. Надежный, как камень, гранит, герой Севастополь стоит. Веками окутанный славой, покой черноморский хранит. Историю славных побед, умноженных сотнями лет, храним мы в сердцах навсегда. Ее не забыть никогда. Волна за волною и в каждом прибое молитвою сердце звучит. Геройские стоят моряки, и гордость храня под Андреевским флагом, службу несут корабли. Жемчужина Крыма, герой Севастополь, и гордость его моряки. Пропитанных солью ветров, героев твоих моряков, что службу несут днем и ночью, южных твоих берегов.
и нашей отчизны сны. Присяги и клятве верны, и вам суждено быть навеки героями нашей страны. Волна за волною и в каждом прибое молитвою сердце звучит. За Крымскую землю, за наш Севастополь геройски стоят моряки. И гордость храня под Андреевским флагом службу несут корабли. Жемчужина Крыма, герой Севастополь. Памятник на могиле русских и французских воинов. Вот так вот. Кто-то был захватчиком, кто-то освободителем, а лежат все равно в одном месте. Память их увековечена в веках. Очень так красиво, чувственно выполнены все композиции, все аккуратненько, все подстрижено, все ухожено, новые дорожки. Такие реконструкции. Это блиндаж. Так вот. Люди пересиживали во время бомбежек. Где-то под землей. Весь курган изрыт, с блиндажами, с какими-то сооружениями, со складами, с подземными ходами, с пушками. Очередной окоп. А люди ведь на самом деле здесь две войны пережили. А сейчас здесь такой мирный, красивый парк. С ухоженными цветами, деревьями, газонами. С очень комфортными скамеечками. С красивым освещением. Могут ходить с семьями, с детьми гулять. Есть детская площадка. И дышать воздухом свободы. Воздухом счастья. Только в таких местах начинаешь понимать, насколько все-таки ценно все это. Вся эта атмосфера, вся наша жизнь. Очередная весна. Весна у нас ассоциируется с победой, с возрождением. Просыпается все. Неспешно гуляющие люди. Я же говорю, Витя пойдет на процедуры. А я пошла в Пятигорске, поэтому. И погода была тоже.
Как всегда, по этим местам ходят туристы целыми группами. Кто поодиночке приезжает посмотреть. Но Малахов курган знают во многих точках нашей планеты. Это действительно очень известное легендарное место. С каждым годом оно становится все красивее и торжественней. С поколения в поколение передается доблесть наших воинов, гордость за наши победы. И вот идут впереди еще пятеро маленьких деток, которые точно так же обучаются всему еще. Им точно так же передается все то, что когда-то нам передавали. Гордость за родину. Вот именно в таких местах хорошо показывать наглядно, как сражались наши воины и какие мы все-таки свободолюбивые люди. И уже с маленького возраста они будут знать, что свобода — это самое главное, что жить на своей земле, гордиться своей родиной — это большая ценность. Пока мы помним прошлое, у нас будет будущее. Впереди музей, в котором тоже много экспонатов. Специалисты рассказывают о войне Крымской, о Великой Отечественной. И там уже можно окунуться во все подробности этих великих событий. Ну, сегодня наша прогулка заканчивается. До свидания, до новых встреч на моем канале «Мой дом Крым».